Время региональных вестей на телеканале «Россия». В студии работает Анастасия Матросова. Здравствуйте. В этом выпуске расскажем о главных событиях в регионе. Двух граждан Чукотского автономного округа задержали сотрудники береговой охраны на американском острове Святого Лаврентия в Беринговом проливе. Мужчины утверждают, что проделали немалый путь по морю, отплыв из поселка Эквикинот, пишут американские СМИ. Россиян задержали в нескольких десятках километрах от территории России острова Святого Лаврентия, куда они приплыли на лодке. В данный момент мужчины доставлены в американский город Анкоридж, штат Аляска, где с ними работают сотрудники Министерства внутренней безопасности США. В посольстве Российской Федерации в Вашингтоне выразили готовность провести с задержанными россиянами телефонный разговор и оказать необходимое содействие, передает ТАСС. Как нам сегодня стало известно, один из мужчин находился под следствием на родине. Оба имеют кредитные обязательства. Каковы причины такого поступка, сейчас выясняется.